Всем привет! Вы на канале Сам Лимонады. И сегодня это уже, похоже, пятое видео, либо четвертое за этот день. И сегодня я буду снимать обзор моей игры, которую я сделала сама. Я ее не покупала, я решила сделать ее самой. Вот она у меня такая. И сейчас я вам все покажу. Вот это карточки в ней. Это фишечки. Фишки тут разных цветов. На камере они не очень яркие, но вот вживую они очень яркие. Это неоновые цвета, я люблю очень сильно неоновые цвета. И вот это вместо кубика. Я решила, если я делаю ее сама, то тогда я должна и сделать кубик тоже сама. Начнем с этого листа. На этом листе играют. Тут написано обозначение знаков. Сейчас я им вам прочитаю эти знаки. Так, обозначение знаков. Вот такой вот знак, стрелочка вверх и точечка рядом с ней. Это значит шагов вперед. Ну, столько-то шагов вперед. Например, вот вы ее видите, она с точечкой. Теперь, если просто стрелочка вверх и назад, это значит сколько-то там шагов назад. Сейчас, например, вот тут вот. Следующее. Такой телефончик и написано СМС. Он у меня находится, сейчас я вам покажу. Вот. Вот тут вот. Он обозначает, пропускаешь два хода. Теперь, если вы увидите вопросительный знак, так, где вопросительный, вот вопросительный знак, либо такую синенькую точечку, тогда это значит, пропускаешь ход. А, фу, какой пропускаешь ход? Берешь карточку. Про карточки я вам сейчас следующее расскажу. И, упс, с таким смайликом. Это он находится, этот смайлик, вот тут вот. Это значит, что ты пропускаешь ход. Я знаю, что такое уже было, но ты не просто пропускаешь ход, а за сколько хотят соперники. Но они могут сказать, что ты все убываешь из игры. От 1 до 5. Следующее у нас вот эти карточки. Помните, я вам говорила, если вы наступите на синюю и вопросительный знак точку, тогда вы берете карточки. Например, бонус плюс 8 очков. Я сейчас вам объясню. Вот тут есть цифры. Вот 1, 3, 6, 0, 3, 10, 1 и так далее. И вот на каждом квадратике они есть, и на какой квадратик ты наступаешь, столько очков ты зарабатываешь. Если ты наступил на голубую точку, либо на голубой вопросительный знак, тогда ты берешь карточку. Если тебе попадается бонус плюс 8 очков, тебе прибавляется 8 очков. И кто побеждает, у того, у кого больше очков. И вообще у нас будет два победителя, либо один. И вот первый победитель, кто первым придет, и второй победитель, у кого будет больше всего очков. Потом есть такая вот карточка, шаг вперед. Все, наверное, поняли, что это шаг вперед. И потом соперник ход назад. Вы можете выбрать любого соперника и сказать от 1 до 5 также, сколько шагов он сделает назад. И вот вместо кубика я тут нарисовала точки, сколько шагов ходить. Вот, например, тут 3 точки, тут сколько 1. И сейчас я пытаюсь показать, как в нее играть. Я буду играть сама собой, потому что сейчас уже вечер, никто ко мне не пришел. Например, вот вы уже знаете мою подругу Настю. Если знаете, то приходите по видео. Видео на моем канале, это влог, совместный влог. У нее тоже есть канал, называется Настя Лайм. И, например, она будет оранжевая фишечка, я розовый. И вот мы становимся на старт. И начинаем. Первая ходит она, не знаю почему.
Вот человек так отворачивается и берет любую карточку из, ну, сколько вы хотите. И у него выпало два. Сейчас я показываю, как она идет. Вот, она наступила на два хода вперед. У нее два хода вперед. Она заработала 3 очка. Надо записать 3. И два хода вперед. Она получает карточку. Я за нее выбираю. У нее бонус плюс очков. У нее так, 3 плюс 8 будет 11. Уже 11 очков. Следующее. Я иду. О, у меня 4. 1, 2, 3, 4. О, я тоже беру карточку. Вот, я сейчас даже покажу, что тоже с Настей. С Настей. Ну вот, мы с ней стоим уже вместе. И... Шаг вперед. У меня шаг вперед, ура. Так, у меня 3. У меня бонус 3 пока что. Так, теперь ходит Настя. Я за нее точнее хожу. Так, у нее 4 попался. 1, 2, 3, 4. Упс, она пропускает ход. Точнее, я скажу, сколько она пропускает. Она пропускает 2 хода. Так, я тем временем пока иду. О, мне выпало 4. Вот сейчас покажу. Вот 4. И так. 1, 2, 3, 4. О, я тоже пропускаю ход. Так что что мне делать? Настя говорит за меня. С вами пропускает 3 шикарно. Окей, все, она идет. Потому что как-то мы с ней так не можем стоять. Так. У нее тоже 4. 1, 2, 3, 4. Так, у нее плюс 1 еще теперь. У нее 12 очков, у меня пока 3. А, нет, почему 3? А, да, у меня 3. Ну, то что? Ладно. Так, она снова ходит, точно. Похоже, она выиграет. 5 очков? Да ладно. Вот, 5 очков. 1, 2, 3, 4, 5. Что это означает? Я сама уже забыла. Так, плюс 1. У нее уже 13 очков. 3 шага вперед. Настя выиграла, браво. Сейчас посчитаем. У нее 13 очков, а я застряла тут. Короче, Настя выиграла. Она победитель в 2 раза. У нее и больше очков, и она на... Вот. Какая у нас разница на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На 11 шагов. Настя в финише, я в проигрыше. Я застряла. Так, ладно. Мне кажется, что вы поняли, как играть в эту игру. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Всем пока!